Говори. Одень это ведро с мусором. Вот так все прими. Все помолодец. Я говорю, хоть один из внуков, кто-то. Где тебе может помогти, тебе может помогти. Хоть кто слово сказал. Арлета. Спрашивали за Арлету. Конечно, Арлета будет помощнее Камары. У нее грудак, у нее пачка такая, как у кобеля. Сейчас я поближе ее попробую снять. Пачка, как у кобеля, еда, скажи. Камара, она, ну, такая, как девочка, а тебя будет как кобелина. Хороший, крепкий кобелина. Мич дает крепких детей. Плюс Кайрен Костяк, тут будет бомба-ракета просто, что у Арлеты, что у Айрис. То папа снимал ее как суслика, но она совсем другая, вот она. Ушки еще, конечно, зубы, я вчера заглянула, зубы меняются. Не хочешь есть? Да, моя золотая. Ну что, показывай зубы. То она будет... Да, зубы у нее еще не поменялись, задние вон клыки поменялись, а передние еще нет. Так что уши еще пока будут в домике. Да, Арлетыш? Лесной хвостик. Арлета такая, ку-ку, я запяталась. Но костяк у нее будет мощный, тут ничего не скажу.